Вы просили? Я сделаю. Всем привет, с вами, ребятки, нас уже больше 40 тысяч подписчиков на канале. Всем спасибо, кто подписан на мой канал. Спасибо вам, то, что вы состоите в моем ряду Абрикос ТВ. И если ты по каким-то причинам не подписан на мой канал, скорее же спускайся, нажимай на эту красненькую кнопочку и сделай ее серой. И вступай в наш ряд Абрикосиков ТВ. Ребятки, также прошу вас подписаться на мой Инстаграм и ТикТок, ведь там тоже выходит очень много всякого развлекательного контента. Ссылки, кстати, в описании, поэтому скорее же переходи и подписывайся. Всем желаю приятного просмотра, это Абрикос ТВ, мы начинаем. Это новый сезон «Русские слушают армянские песни». Всем привет. Сейчас будем оценивать клип армянский. Красиво, как поет. Какой красивый у девушки наряд. О, я тут была. Ну, еще один топчик заходит. Это похоже на какую-то либо армянскую рекламу кофе, потому что там только что кофе заварили, либо сериал. Похоже на какие-то русские мотивы 80-х, 90-х годов. Но это чистый армянский клип, там всегда по телеку такое показывают. Девушка чихнула, значит, корона у нее. У нее, походу, корона. Ее увезли на скорой. Ой, классно. Мне нравятся декорации очень. Песня очень зажигательная, танцевальная. А, это у них, это, свадьба, что ли? Тут делают предложение, что ли? Пытаются заманить ее и деньгами. Что-то мало предложений за нее. Мужчина поет о любви к девушке. Девушка не хочет выходить за него замуж, судя по всему. Пацан какой в адидасах. Красные мокасины. Ну, это как будто в какие-то прошлые года уходят такие костюмы. 80-х годов. Невеста вообще шикарная. Шикарная женщина. Мне кажется, это я в будущем. О, кстати, смотрю, какие движения. Ой, армянские танцы пошли. Вот будет мне 63 года, я также буду танцевать, вот заметить. Клип такой комедийный, энергичный. Все пляшут, радуются. Невесту кормят медом и жениха. Это какие-то традиции. Не экономили явно средства на снятие. Рассуждения о свадьбе какие-то пошли. Ну, песни я ничего, конечно, не понимаю, но что-то веселое, наверное, потанцевать можно под нее. Ну, мне нравится этот клип, все как сделано, круто. Переходы нормальные, все. Мне кажется, что это явный подкос под одного очень-очень известного автора. Не будем произносить этого Егора Крида, но... Да, похоже на сердцеедку этот клип. Но тут даже как-то повеселее выглядит, чем там. Тут больше с юморком. Мне кажется, песня о сельской жизни сейчас. Может, здесь любовные мотивы проигрываются? Не, ну песенка прикольная, если потанцевать. Это лучший момент этого видео. Кофеечек, ковер на стене. Даже не сказала бы, что это армянский клип, ну, если бы только не сами герои. Реклама кофе. Весь клип. Вот это я понимаю свадьбу. Какая габаритная невеста. Ну, в принципе, да, неплохая массовка, костюмчики разнообразные, как бы нет такого какого-то однотипа, все в разном. Мне очень нравится невеста, прям вообще. Я тоже хочу так танцевать, чтобы меня закидывали деньгами со всех сторон. Ну, мне, в принципе, понравилось, но чего-то не хватает все равно. Прекрасные песни. Какие-то танцы у них как будто бы тик-ток. Вообще обычно такие песни ни о чем. Ну, в смысле, текст пустой. Так, чисто прикольный мультик, чтобы потанцевать. Тут кому-то чуть не сломали, по-моему, позвоночник. Видно, что ставят акцент на сельский образ. Никаких айфонов ваших, вот этих зарубежных. Ну, компьютерная графика хорошая. Ух ты, какой этот момент был. Этот клип меня однозначно очень рассмешил. Анасун. Я услышу это слово, такая, о, да, его я знаю. Оцените эту песню по 10-бальной шкале. По 10-бальной шкале я бы поставила 9-ку, потому что клип очень классный, но можно сделать еще круче.
Но он не дотянул чуть-чуть. Я бы, конечно, заморочилась чуть-чуть со сценарием. Он такой не слишком веселый, чуть-чуть устаревший формат, мне показалось, как будто ему уже лет 5. Ну, я оценил песню на 6. Я бы оценила этот клип по 10-бальной шкале, наверное, на 6. Песня тоже веселая, задорная. Хочется танцевать, я вот в такт ножкой подергивала. Но классная песня, клип тоже классный. Ставим лайк. Клип сам хороший. Семерка, скажем так. Эту песню я оценила на 10 из 10, она мне понравилась. Прям она мне подняла настроение. Жанр комедия здесь отыгран идеально. То есть постановка, явно они потратились, поэтому ну, я здесь поставлю явно 9. Ребята, всем спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели это видео до конца, не забываем подписываться на все социальные сети, а также напишите в комментариях, на какую песню нам заснять еще реакцию. Это был Абрикос ТВ, Эдмунд Акопян, до новых встреч, друзья!